правильно замечено, что команда ФНЛ, я сам работал в ФНЛ, и знаешь, как настраивают команду на команду премьер-лиги. И эти команды отличаются всегда хорошим уровнем движения, борьбы, доказать и так далее. Поэтому в первом матче у нас играла молодежь, и те ребята, которые после травмы, условно, там, Марков, Калинин, мы давали игровую практику, Ираклий играл, что он пропускает первый тур. Вот. Ну, позиции были такие своеобразные, Чаров, Ираклий, центральный защитник, кстати, сыграли неплохо. Вот. Хабаров тоже был такой состав смешанный. Ну, честно говоря, мне игра понравилась. Даже когда мы 0-2 проигрывали, я сидел вперед с тренером. Как матч закончится, не знаю, но игра мне понравилась уже. Ребята хорошо комбинировали, молодые ребята порадовали очередной раз. И уже так немножко задумываясь, а не пора ли их браться за нашего Вильяма Шекспира и подтягивать молодых артистов. Вот. Это хорошо. Это хорошо, это конкуренция. Это... И мы уже думаем о том, что у нас есть теперь боеспособные мальчишки, которые уже становятся мужчинами и футболистами, игроками. Это импонировало. И в целом второй тайм доставил удовольствие, когда очень много комбинировали, окружили штрафную завоевывали. И холодов интересных было нестандартных, и ударов много, и моментов много. Вратарь сыграл соперника удачно. Но молодцы, что сумели игру не то что вытащить, а просто забить 3 гола. Достаточно уверенно, еще могли еще и дальше забивать. То есть такая позитивная игра. Не буду фамилию звать ребят молодых, но они работают качествами. Если будут хорошо работать, трудиться, я уверен, что это будущее факела с позитивного направления. Второй матч здесь ожидался сложнее, потому что прекрасно знаю работу Курбана, моего друга Бекевича. Команду он выстроил, команда не зря в лидерах. Вроде без звезд, но достаточно хороший футболист в команде есть. Я знаю хорошо и молодые ребята, в том числе Зинович из Минска. Я знаю по Белоруссии, талантливый парень. Опорный центральный хоббек, инсайд, такой высокого роста, он в первом тайме играл. Понравился у Махачкалы, и зная структуру, стиль игры, как выстраивал Бердыев в своей команде и Рубин Ростов, против которого ты сам игрался с командами премьер-лиги Нальчика и Кубани, это всегда команды с очень организованной обороной, плотной, жесткой, и поиск ошибки у соперника наказать уколом. И вот прям буквально под копирку. Я об этом проговаривал с футболистами, что для нас матч, как лакмусовая бумажка, скопировать матч с Нижним Новгородом. Похожая структура игры. Низкий плотный блок, все за линии мяча, мощно обороняется, перекрывает сезон, направляет на фланги и так далее. Но мы к матчу специально не готовились, только больше в теоретическом плане. Вот пока бы от себя отталкивался. Ну и много спарринг, понравился еще спарринг тем, что он дал пищу хорошую мне и футболистам в первую очередь, что просто так на классе мы не обыгрываем. Мы должны проявлять во всех отношениях в плане и боитости игры, и самое главное в этой боитости и когда лишается игрового поля, соперник лишает нас игрового поля, мы должны уметь в этой ситуации разбираться и проявлять креативный интеллект футбольный. Вот сегодня этого не хватило. Я футболистов собрал после матча, сказал, что вы прочувствовали сейчас напряжение, какое будет в Нижнем Новгороде. Условно, и вообще в целом весной, где помимо футбола еще будет и бойцовские качества, и в то же время надо проявлять мастерство. И мы немножечко так мне показалось, может быть, все-таки я ошибаюсь, но показалось, что мы завысили самооценку. И моя задача футболистов как бы правильно опустить на землю и в то же время не закрепощать. И этот матч для нас очень полезен. Мы буквально смоделировали ситуацию, которая нам нужна. По схеме игры, по всем направлениям и так далее. То есть модель, мы увидели плюсы и минусы. Вот. Плюс то, что мы не дали создать моментов, там было пару контратак, это такие моменты невынужденные. Вот, после ошибок невынужденных, вот в атаке, к сожалению, проблемы. Да, давление какое-то было там попытки, но не более того. Хотя вот с такими командами надо, если мы абстрагируемся от игры 3 марта, много моментов не должно быть. И надо каждый момент дорожить. Мы вначале имели 2 момента, хорошо пробивал Апаев головой, вратарь мяч вытащил, а добивания никого нет. Агрессия. Находился в этой зоне Руслан Магаль. Надо бежать, добивать. Нет, стоим, смотрим. Это проблема. Второй момент – реализация в том моменте, которая была хорошая. Шанс бить Акбашева Романа, но, к сожалению, не реализовал. В этих командах, с этими командами надо забивать гол. И тогда они раскрываются, тогда легче.
Ну и так поэтому день, правильно сказано, полезный очень для работы. То есть рутинная работа, опять повторяю снова. Это, короче, созреет слово, рутина, она есть на сборы. Сборы завершаются, все уже устали ментально и психологически. Но у нас очень сегодня дилемма будет, как нам гулять составом, в первую очередь, на первый матч. Поэтому игра в Сочи. Будем думать еще, как выстроить состав, какие-то позиции, которые у нас под вопросами. Мы будем искать креативную составляющую для того, чтобы помимо борьбы и двигателя активности нужно еще интеллект, мастерство. В этих компонентах нам прибавить. Именно в мастерстве, создание моментов голевых, забивание голов. Вот здесь как бы есть пища хорошая, и поэтому день полезный. Завтра отдохнем и снова в борьбу, снова в работу.